Всем привет! С вами месье Иван. Сегодня мы будем по льду кататься. Это парк Херон. Тут, в общем, тонкий лед есть. Ты уже раздолбал лед тут? Да, еще красиво. Смотрите тут. А вон там, по центру, ну и на другом берегу, все твердое, мы уже там покатались. Давай швырнем эту льдину. Так, бросаем, чтобы разлетелось красиво. Давай. И... Так. Ты только сам не улети туда. Они так красиво разлетаются. Папа, я там видела это. Че? О, смотри, папа, это Африка. Давай, кидай Африку. Смотри, какой красивый. Че, дырку будешь пробивать? Ага. Сейчас. А большой палку. Сейчас я еще тоже. Точнее, не палку. Есть. Слишком много. Вот, да. Смотри, берег. Ого. Ой. Разрылся аж целый. 2-сантиметровый лед с пузырями, это, конечно, не сильно. Смотри, пап. 2-сантиметровый лед бы вас бы выдержал, наверное. Но, пап, но если бы он взять... был крепкий, а он не крепкий. Че, взять его хочешь? Да. У-у-у. И швырнуть потом? Да. Дай! Он у меня в руке сломался. Это самый лучший день. Да подковырни ее еще раз. О, так. Вот, смотри, пап, смотри. Быстрей, смотри. Ого. Ого. Так, швыряем. Большой. Оба. Ого. Это лед. Так, пальцы. Полетели. Сейчас. Смотри. Видите этот кусок льда? Прифигачено все. Не совсем. Вот. Тут, короче, все заморожено. Слой где-то 5 сантиметров. Ну, я тут тоже был, я эту палку как бы носил. Даже источник крепкий. Прикольно. Палка в воду полетела. Плюхнулась куда-то. И-ха! Еще одна. Нет, без телефона гораздо лучше тут кататься. Вот, смотрите, какой прикольный узорчик. Или видите? Вот, звездочка как будто. Всем привет, с вами месье Иван. И это у нас второй день на льду. Сегодня, в общем, лед почти не поменялся. Там, наверное, до сих пор ломается, я не знаю. Сейчас пойдем проверим. Я уже нашел тут себе палочку, подготовил. Ну, пойдем. Вон кто-то с собакой лишь идет. Ничего себе. Так, вот тут точно ломается. Тут точно ломается. Сейчас мы это проверим. Что? Даже тут не хочет ломаться. Но там, наверное, точно ломается. Так, споткнулся. Упал, не ударился. Все нормально. Я в норме. Идем. Так, аккуратно.
Главное не поцарапаться. Тогда... Ну, все так же осталось. Я пойду сейчас к папе еще. Смотрю, как он мне в этом дело. Хотя, что-то не прибирался, он просто... Ладно, идем. Смотрите. О! Je vais t'arrêter. Ah. Oh, рогатка. Опа, смотри, какие у них качели. Ага. Папа, забери рогатку, мы дома притащим. Что, будем рогатку делать? Ага. Давай. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.